с Максим Шишкин. До этого я не видел, чтобы он играл за Спэрроу. Вот, но в основной команде, кстати... По средней Гришин еще 2 очка забивает. Иванов попадает первый. И второй тоже точен. Коско дальше по периметру. Трешка. О, наконец. Наконец-то и это выглядело настолько легко, что даже удивляет, если честно. Попадает Терещенко Олег. Эту трешку. Ну а сейчас еще 2 очка. Для Лосьмакова Никиты. Еще одна дальняя попытка. И снова точно оказывается она для Терещенко. Перехвате работают. Гришин проходит. 2 очка забивает. Хорошо раскидали Фейк Рапторс. Но не успевает. Не успевает, конечно, в защите. Трешка от Влада. И туда и отправляет. Здорово. Но 2 очка было там, да. Заступа было. Еще одна дальняя попытка. Точно. Да. Игрок команды Нью-Йорк. АБЛ. Точнее, ВБЛ Лав. Виктория после заслона. Трешка. Что будет есть подбор. Скоро проходит, 2 очка забивает. 16-13. Классно обыгрывает Гришина и 2 очка забивает. Максим. Гришин. Гришин со второй попытки добавляет все-таки 2 очка. Да, но тут совсем защит не доработали с Фэрроу. Хорошая атака сейчас для Фейк Рапторс. Забивает. Восьмаков Никита, да, Влад Николаев подталкивал так сейчас Никиту и 3 очка за одну атаку. Фейк Рапторс. Ставить, пожалуйста. Да, где-то телефоны стоят. Николаев. Попадает. Да, и надо что-то придумать, как это возвращать. Но исполнители здесь, кто это могут делать, не так много, как команде Фейк Рапторс. И продолжает плевать. Трешка от Влада. И туда ее отправляет Николаев. И продолжать. Ванеркин снова получает мяч. Обостряет в лицевую. Скидка на Гришина. И Гришин. Получение 2 очка. Ну, Гришин пока что самый результативный. Николаев попадает в штрафной.
Второй попадает. Миг. Ванерки. Слышим. Нормально, и мы продолжаем. Получение бросочек. Спэрроу сразу вышли заряженными, и два очка забивает. Ну а трешка от Fake Raptors сегодня вообще не всей командой очень хорошо бросает. Ванеркин в посте. Ванеркин еще два очка забивает. Защищался. И на скорости убегает. Сейчас Fake Raptors. Еще два очка. Еще два очка и забивает команды для Fake Raptors. Оу. Марк Отхос. Получение. Шишкин. Максим набирает два очка. Смаков. Ну, тут совсем смолбольная сейчас пятерка у Спэрроу, поэтому очень тяжело как-то бороться под кольцом. Поэтому сразу на Читерс и из-под кольца спокойно забивает. Ой-ой-ой, Ляпунову накрывает как. Давайте. Гришин. Гришин. Ну и Гришин. Гришин два очка добавляет сейчас. Ванеркин попадает два из двух. Ванеркин попадает два из двух. Эй, отличная трешка. Снова с получения забивает Fake Raptors. Хорошо раскидали. Ванеркин здесь поднял защитника. И на скорости хороший вход. Два очка для Ванеркина. Молодец. Восьмаков. Да, легкие очки для себя находит. Иван. Забивает два очка сейчас. Попадает Ванеркин. Два штрафных. А тут Спэрроу.
Спэрл классно обострили и 2 очка. Матвей Иванов, 2 с фолом в проходе. Хорошо. Забивает сейчас штрафной. Шишкин. Шишкин на скорости убегает и легкие 2 очка забивает. Хорошая передача в угол и открытая трешка сбивает ее сейчас. Шишкин. Тоже легкие очки. Нет, не получается. Подбор для Гришина. И вот Гришин уже добавляет. Еще одна трешка, и ее под конец сейчас